сейчас... Стоп. Москва сейчас будет на сцену. Нормальный рэпчик, настоящий рэпчик. Их нет на флайере, но они есть здесь. Эта группа называется «Пургон Rap City Records». Я хочу, чтобы все видели своими руками шумом этой группы. Стреляй с нами. Погонщики. Этим одиночеством, отдавая себя творчеству, все тем же почерком. Наши очерки, любовь, ее высочество. В наших темах с точностью, а в жизни просто кончилось. К новой пристани, с листа бумаги чистого, мажем кистями, вырисовывая истину, пропуская через душу прожитые числа. Только искренне, да и имело смысл бы. Осень листьями, все те же ноты грусти не отпустит, да и пустит искусство. Ведь наши чувства наизусть опять без устали, с горьким вкусом. Не по новой инструмили помнить запах нежности, хранить так бережно, все как прежде, но и в сброшенной одежде, тупо лежбище, на пепле от надежды. И мы уже никогда не станем прежними. Чувствовать на расстоянии. Остаюсь самим собой. Как много раз я говорил и отдавал любовь. Совсем никто не поменять и не переубедить, не сломать всю мою силу и пыл. Ведь мы теряем в городе новые находы. Вновь заново одет не по твоей моде. Не тот образ жизни, там где живу где-то. Десяток лет отдал не тебе, а рэпу. Моя Светлана хочет быть быстрее бабушкой. Моя Нина и Полина стать прабабушкой. Их сын, да, их внук, да. Сколько тебе лет привел очередный суд. Мои подруги поголовно по тоскухе. Мои подруги поголовно по тоскухе. В очередной раз, как и мне понять, не поменять и не переубедить меня. Да.